Яркие костюмы и зажигательные танцы. Жители нашего города безошибочно угадают участников ансамбля «Эдельвейс». На сцене Дворца культуры «Юбилейный» ребята собрались в полном составе для того, чтобы в очередной раз подтвердить звание народного ансамбля. В зале, помимо постоянных зрителей, члены жюри профессионально оценивают каждый танец. Хореографы обращают внимание на правильность движений, соответствие костюмов и образов, а также разнообразие. В репертуаре «Эдельвейса», помимо тематических и русских народных танцев, есть и танцы народов мира. Самые маленькие танцоры из подготовительной группы ансамбля ходить-то научились не так давно, но уже вовсю танцуют на сцене вместе с родителями. Ребята из младшей группы удивляли зрителей танцами «Веселая переменка», «Поварята» и «Зимние узоры». После выступления юные танцоры поделились впечатлениями. Мне кажется, что мы очень хорошо выступили, что мы молодцы, что у нас коллектив очень талантливый. Жюри не смогли остаться равнодушными и вынесли свое решение. Ансамбль «Эдельвейс» подтвердил звание народного. За слаженной работой всех участников коллектива стоят месяцы упорных репетиций. И, конечно, огромный труд руководителя. Елена Викторовна Политова возглавляет ансамбль со дня его основания. После завершения концерта уже обдумывает следующий. У нас впереди насыщенный следующий год. У нас юбилей коллектива, 20 лет коллективу, поэтому нам расслабляться некогда. Мы сейчас уже начнем готовить программу на юбилей коллектива. Он будет ровно через год. Мы вас приглашаем, пользуясь случаем. Так что нам не расслабиться. Нам сейчас опять готовиться к масштабному концерту, чтобы удивлять наших любимых воскресенцев. Денис Цветков, Евгений Стародубов, новости «Искра-Вект».